Здравствуйте, в эфире телеканала Десна ТВ, новостной выпуск «День за днем», в студии работает Олег Соловьев. Сегодня в программе. Оперативная информация об эпидемиологической ситуации в Десногорске. В настоящее время в Десногорске регистрируется пик заболеваемости, поэтому об ослаблении карантинных мероприятий говорить пока рано. Правила торговли в условиях пандемии. Комментарий представителя администрации. Каждое обращение будет отработано и будет осуществлен рейд в данный торговый объект. Май без долгов. Выдача продуктовых наборов школьникам. Очень хороший продуктовый набор. Спасибо школе, спасибо всем, кто в этом принимает участие. Об эпидемиологической ситуации в Десногорске сообщил главный врач Центра гигиены и эпидемиологии номер 135 ФМБА России Владимир Кротов. Уважаемые жители города Десногорска, по состоянию на 28 мая 2020 года у граждан, проживающих на территории города Десногорск и работающих в организациях, которые обслуживает ФМБА России, зарегистрировано 56 случаев положительных коронавирусной инфекции. Это данные Роспотребнадзора Смоленской области. Кроме того, несколько десятков анализов находятся в работе, результаты которых мы ждем в ближайшие дни. За время вспышки выздоровело 31 человек. К сожалению, умерло 4 человека. Переведены в клиническую больницу Москвы 12, в клиническую больницу города Смоленска 3 человека. Под наблюдением медико-санитарной части номер 135 находится 44 человека. 41 на дому, 3 человека наблюдаются в стационаре. С середины марта, когда началась эта вспышка, на медицинском наблюдении находилось 1293 человека. Это граждане, вернувшиеся на территорию города из стран, где зарегистрирована заболеваемость, а также из других регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Снято на сегодняшний день с карантинного наблюдения 1114 человек. С подозрением на новую коронавирусную инфекцию, пневмонии, ОРВИ, с начала апреля медико-санитарную часть номер 135 ФМБА России было госпитализировано 194 человека. В настоящий момент в инфекционных отделениях МСЧ находится 45 человек. На сегодняшний день взято мазков для исследования на коронавирусную инфекцию 2656 среди обслуживаемого населения, и из них работников Смоленской атомной станции 1871. Эти анализы направляются на выявление в лаборатории особо опасных инфекций и отделение ПЦР-диагностики в Смоленск и в Москву. В заключение хотелось бы обратить внимание жителей города на следующую ситуацию. Несмотря на то, что в регионах Москвы и Московской области наступил режим послабления карантинных мероприятий, жителям Десногорска расслабляться рано. По заболеваемости мы отстаем от Москвы и Московского региона на 2-3 недели. В настоящее время в Десногорске регистрируется пик заболеваемости, поэтому об ослаблении карантинных мероприятий говорить пока рано. Кроме того, к нам в город прибывают работники, которые находились в командировках, в частности в Беларуси. Вот сегодня приехали 16 человек, которые обследованы сразу, не заходя домой. Выписаны постановления о карантине, и они будут находиться 14 дней на карантинных мероприятиях на дому. Поэтому еще раз призываю вас соблюдать по возможности режим самоизоляции, соблюдать масочный режим и внимательно относиться к своему здоровью. Благодарю за внимание. Череда постановлений и условий особого режима может быть непонятна как жителям, так и предпринимателям. Как вести торговлю в Десногорске правильно, сообщила заместитель главы города Юлия Голикова. Уважаемые предприниматели и жители города Десногорска, в соответствии с указом губернатора Смоленской области от 12 мая 2020 года номер 59, на территории Смоленской области введен режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты.
На территории города Десногорска сейчас работает комиссия по выявлению несоблюдения норм санитарных норм в период режима повышенной готовности торговыми объектами и предприятиями бытового обслуживания. С руководителями торговых объектов проводится разъяснительная работа о том, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые не соблюдают введенные указом губернатора Смоленской области запреты и ограничения, могут привлекаться к административной ответственности. За нарушение могут налагаться штрафы на граждан от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей без образования юридических лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Отдел экономики и инвестиций администрации муниципального образования города Десногорск Смоленской области также напоминает всем жителям города Десногорска, что в соответствии с пунктом 11.4 указа губернатора Смоленской области гражданин при посещении общественных мест, аптек, аптечных пунктов, торговых объектов, медицинских учреждений, торговых павильонов обязан находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. В случае выявления факта по несоблюдению санитарных норм торговыми объектами, уважаемые жители, я прошу вас обращаться в отдел экономики и инвестиций по телефону 7 1950 или 3 23 55. Каждое обращение будет отработано и будет осуществлен рейд в данный торговый объект. Указом губернатора Алексея Островского в Смоленской области идет выдача продуктовых наборов школьникам. Такую помощь в мае получают и в Десногорске. Это уже вторая выдача продуктов школьникам, которая проходит из-за дистанционного обучения. Как и в апреле, майские продуктовые наборы полагаются детям с 1 по 4 классы, а также ученикам с 5 по 11 классы из малообеспеченных семей. Продуктовый набор сформирован из расчета 19 рабочих дней на сумму 665 рублей. В него входят продукты первой необходимости, среди которых крупы, консервы и сладости. Соблюдение мер эпидемической защиты планируется выдать 1328 наборов. Из них 294 приходится на городскую школу номер 2. Я очень рада, что есть такие пайки. Они очень помогают в такой нелегкий период времени выжить. Очень хороший продуктовый набор. Спасибо школе, спасибо всем, кто в этом принимает участие. Выдача продуктов проводится с 22 по 28 мая по индивидуальному графику каждой школы Десногорска. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. В конце выпуска о погоде. 29 мая в Десногорске переменная облачность, небольшой дождь. Температура днем плюс 20, ночью плюс 12. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего доброго!